Друзья, сегодня вам я как раз объясню, что я сегодня вам объясню немножко Роблокса бесплатно, и вы больше всего узнаете много всего. Но сначала поставьте лайки и подпишитесь на канал, а мы уже начинаем. Вы же знаете, что Роблоксы сами так не придут. Ну а вдруг кто-нибудь, например, скинет из моих друзей Роблоксы, и сразу они придут через 3 дня, чтобы они обрабатывались. Но это, к сожалению, через 3 дня, и у кого есть Roblox, они только могут, они прислать им своим друзьям. Но у меня пока что такого нет. У меня 0 Roblox. 0 Roblox. Но у меня кое-что есть. Если бы зайти в PlayRock, смотрите, сейчас зайду, только по-английски. PlayRock. Вот, он выдает. Как раскадываю. Так. Сейчас, погодите, дайте только. Иду. Так. Сейчас только вспомню, как я пишу за свои. И, кстати, друзья, пока я ищу правильное название этого приложения, сначала подпишись на мой канал и поставь так колокольчик, чтобы пропускать мои новые видосы, а еще и поставь лайк. И тогда будет очень хорошие оценки, и тогда ты будешь пропускать моих новых крутых видосов, а мы продолжаем как раз говорить об этом приложении. Итак, друзья, конечно, нашел это приложение, где там можно получать Roblox, и тут другой еще есть Brawl Stars. Такие вот игры Roblox, Minecraft тут еще есть. И так далее. Тут даже и GTA добавили. Странно немножко, конечно, друзья, я сказал странно. Ладно, заходим в Roblox. Итак, смотрим, какие тут Roblox есть. Тут такие, сюда очень дорогая. 40 Roblox, 139. Ладно, я найду себе Roblox. Какие я хочу и какие я же хочу еще. Я бы хотел 400 Roblox. Ну а вот и они, 400 Roblox. Доживаем. И вот, 2022. Вот 400 Roblox. Ну а тут купить все по карте. Но я не буду, потому что нам этого не надо. Мы сюда пришли не покупать Roblox, а просто показать вам, если кто-то хочет Roblox здесь. Кстати, я нашел этого ютубера Бесового Кота, вот тут, PlayRock, у него. Переходите по ссылочке в описании и дальше котёнку лайк. Ладно. Заходим обратно в Roblox. Я вам покажу игру, которую уже я вам показывал времени. Но когда я показывал, как ценники туда добавить, я как раз вам это показываю, туда как раз тоже заходил, до поля, вы уже знаете, короче. Кто из моих видео смотрел это, напишите сразу в комментариях. А пока что, друзья, заходим сейчас в эту игру. Усяду с девушкой. О, музычка из Хэллоуин. Ладно, так. Вот я, ладно, сейчас зайду место, которое свободное. Ну а вот я, ну. Хорошо, вот мои ценники, вот они. Я могу вышку вот так вот, вот они, короче, вот они. Кстати, здесь можно еще листать. Вот бой, который из видоса, помните? 45 робокс стоит. Я 0 робокса показываю. Да, а тут дальше у него... Сейчас... 21 робокс! Откуда ты взял щели? Как ты можешь так? Как ты можешь? Ладно, купите робокс. Я помню, это название еще давно делали. Ладно, давайте, покупайте робокс. Покупайте, давайте. Давайте. А вы так, купите робокс. Я поставлю на паузу. Я жду роблоксов, давайте, давайте мне роблоксы, давайте, иначе вам конец. Еще купить? Нет. Вы почему меня все не уважают по скиду?
Меня же нормальный скин, вот еще призрак из Хэллоуина. Что вам не нравится? У меня же сюда же девушка маленькая. 2-3 ролокса, 5-10. Ну там еще 45, но это не важно. Конечно. Я не понимаю. Когда роблоксы мне придут? Когда роблоксы? Может, ты парень меня купишь? Давай. Я же говорю, все просто боятся отдавать свои роблоксы. Дайте бы один роблокс, пожалуйста. У меня никогда не было роблокса. О, девочка, давай. Тут все. Ты... Девочка, вот куда ты идешь? Вот почему другие человеков вы уважаете, а меня нет? Вот за что? За что вы так со мной обращаетесь, блин? Я что тут, помойка вам? Нет. Ладно. Блин, может, где? Стой, блин, это один роблокс! Откуда вообще ты взяла эти роблоксы? Откуда вам? Я не понял, серьезно. Так, я пока что не буду новое менять тут. Ну давайте, покупайте робоксы. Покупайте. Девочка, похоже, с ума сходит. Ладно, я так тоже буду делать. Давайте покупайте робоксы. У нас тут все. Маленькая цена, но девушка большая за 45 робоксов. Давайте. Подходи. А ты уже мне надо меня доводить. Поняла? Ладно, давай. Сейчас напишу ей. Блин, быстрее. Купите робокс. А, блин, где тот? Купите робокс. Купите роблокс, пожалуйста. Один бы роблокс, один. Я не понял, что это за предложение. Я закрою пока. Ладно, кто-нибудь, купите роблоксы. Кто-нибудь, пожалуйста. Роблоксы покупайте. Бесплатно. Роблоксы можно купить. Хотя это не бесплатно, я обману их. Бесплатно роблоксы, покупайте их. У нас тут дешевые сюда еще. Вот никто не купит мои. Походу, никто меня не купит. Дешевошенки. Ладно, вот это тоже. Блин, ценники, блин, у меня же цена. Прикольно, за что вы так попрощаетесь? За что? Ладно, походу, никто не будет покупать на роблоксы. Походу, это я самый, ну, всегда останусь без роблоксов. А ты, девочка, еще она говорит, давайте кэш 5 роблоксов. Ты совсем, что ли? Ты совсем? А сюда? А ко мне? А ко мне тоже? А почему? А за что? За что это? Пыш, 5 робоксов. Да ты какая вредина, а почему блинеру? Я так думаю, что робокс у меня никогда не купит. Ну серьезно, по такому виду, скорее всего, никогда не купит. Банан? А ты чего тут взялся? Ладно, купите робокс. Бесплатный робокс. Блин. Ну серьезно, они только подходят и все, ничего не делая. Еще, она там еще леденцы дает. Совсем. Ладно. Сейчас устроим. Задонать, пыш. Смысл задонать, пыш? Вот так ей надо. Вот так вот ей надо. Я сама бедная. Какая бедная? Ты вообще тут не сама бедная. Тут вообще все за робоксы купила. Посмотри на себя бы. А скин давно сделала. Ну и что? Ну зато прикольно. Тебе все равно подходит. И что? Ну дайте мне тоже робокс. Да вообще у все... Блин, 35 идут. Сижу и прошу. И сейчас напишу. Купите робокс. Вот, купите робокс.
Подождите, блин, покупатель, что это такое? Я что, вам тоже тут только раз говорить? Задание отпуешь. А что задать тебе? Чё его оскорбляешь? Орб. Пыж. Я просто пишу. А в чём это вопрос? Банан. Лучше выходи отсюда, и иначе тебя съедят. Пыш, 5 робоксов. Потратил. Да, банан. Офигеть. Да, банан. Ты что, банан сам? Хочешь, чтобы меня съели? Ладно, 5 робоксов него. 5 робоксов, 10, 20. Офигеть ты вообще тут. Нифига себе, уже ушла, она походу обиделась, скорее всего. Тут, скорее всего, тоже ушли люди. Купите робокс, пишу. Купите робокс. Робокс. Давай. Купите робокс. А ты зачем ушел? Я не понял. Ладно. Как будто это зомби. Я-то тоже ушла из игры. Чего? Ладно. Ладно. Пока сегодня ничего. Ладно, теперь поговорим насчет робокса. А что уже речь? Робоксы это хорошая вещь. За них можно потратить все, например, на одежду. Если если ты погиб, все равно можешь переродиться в робоксы. Что-то купить, например, игры. И я там умещаюсь на робоксов. И я там зарабатываю эти робоксы в этой игре. Кстати, переходите по ссылочке в описании. Если еще посмотрите на игру сами. На игру. Вот, посмотрите. Просто спешите вот эту вот. Назвайте, тогда играйте. И будете у меня 1000 робоксов. Я не понял. Ладно. Короче, робоксы это очень прикольная вещь, друзья. Покупайте, короче, не становитесь бедными. 0 робоксов не надо, пожалуйста, этого делать. Просто покупайте робоксы на PlayRock. Потому что сейчас магазин робоксов запрещено. Сейчас платеж не работает. Поэтому PlayRock оно дает вам покупать робоксы. Короче, переходите по ссылочке, писать в эту игру, играйте, зарабатывайте робоксы и просто сидите и ждите, когда кто-нибудь подойдет и купит робоксы. А пока на этом все, всем спасибо за просмотр, буду рад, если подпишитесь и поставите лайк. Всем пока!